Макет символический, а эффект исторический. Колоритный памятник буровой вышки, что в Хариверской экспедиции, в свой юбилейный год получит новый облик и новый прочный постамент. По соглашению о социальном сотрудничестве с городской администрацией, все работы по ремонту монумента проводит за свой счет индивидуальный предприниматель из Нарьян-Мара. Завершить важный проект бизнесмен планирует в начале августа, в преддверии празднования 60-летия геологоразведки в Ненецком округе. О том, как памятник выглядит сейчас, Тимофей Жуков. Ровно 30 лет назад, в мае 88-го, по инициативе работников Хариверской нефтегазоразведочной экспедиции, в Нарьян-Маре был установлен макет буровой вышки. Памятник на улице Рабочей посвятили первопроходцам округа, освоившим первые месторождения за полярным кругом. В этом году городская мэрия приняла решение привести в порядок 7-метрового юбиляра. За ответственную работу взялся по своей инициативе индивидуальный предприниматель. Как видите, макет демонтирован, привезли на базу, зачистили старую краску, прогрунтовали, отремонтировали лестничные марши. И в ближайшее время будем уже готовить к покраске, и будет в трехцветовой гамме, вот как полагается на буровых вышках. Вот так она будет покрашена. Выполнить все задуманные работы без демонтажа макета на высоте было практически невозможно. А потому памятник геологам-первопроходцам временно поменял прописку и переехал на промбазу в микрорайоне «Факел». Буровая вышка не только получит новый облик, но и новый постамент. Весь цоколь будет облицован натуральным камнем. Весь необходимый материал у нас закуплен. Более того, хотел бы сказать, что там помимо гранита мы не стали применять и закупать искусственный камень, купили на облицовку цоколя натуральный камень. Как я в прошлый раз уже говорил, тротуар будет выложен из 3D-плитки. В ходе реконструкции памятник буровой вышки получит внутреннюю подсветку. Строители намерены завершить все восстановительные работы в запланированные с мэрией сроки и уже в начале августа установить монумент-макет на прежнее место на Хариверской. Я думаю, что от этого мы тоже получим удовольствие, потому что наша рука тоже там примет участие в этом. Я думаю, что людям тоже понравится. И, пользуясь ситуацией, хотел бы сказать, что если бы каждый предприниматель на себя взял бы какой-нибудь минимальный объект, оно бы выглядело бы эффектнее выглядело, и мы бы в каждый сезон захватывали большой объем. В юбилейный для геологоразведки округа год символичный монумент буровой вышки получит вторую жизнь, а вместе с ней сохранит память о тех, кто первым осваивал нашу тундру. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».